Анна Николаевна, какие отношения вас связывали с убитым? Мы хотим доказать, что Анна не убивала полковника Елисеева. И что нам для этого нужно? Снова стать спецгруппой. С чего начнем? Нам нужно как можно скорее выяснить, как связаны эти три жертвы. Так мы выйдем на убийцу. Вы, девки, совсем разум потеряли. В такие дела влезаете. Следы и капли крови – это как шифрограмма. Это маршрут, который можно расшифровать. Ирина Михайловна! Я же вас предупреждал, что это опасно. Удар нанесен в область сердца острым предметом, предположительно ножом. Его мог нанести как мужчина, так и тренированная женщина. Ты просто не понимаешь, что такое подписка, а не разглашение государственной тайны. Да где уж мы? У нас есть только один вечер, чтобы узнать у него всю информацию. Нужно давить гада резко и жестко. Хорошие девушки в канцелярии генштаба работают. «Шифр». Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Вы уверены, что она невиновна?